Пряный гусь с неповторимым ароматом специй и меда – это великолепное праздничное блюдо для самых дорогих гостей. Показываю, как приготовить гуся с медом на званый ужин или обед, смотрите сами. Гусь – птица довольно жирная, запекая его, нужно следить за жиром и собирать его, а то и блюдо получится очень жирным. Для приготовления гуся с медом нам понадобится тушка среднего размера, мне повезло. Птица была молодой и не слишком жирной, мед можете брать любой, только он должен быть жидким, а не засахаренным. Яблоки кисло-сладкие, они прекрасно сочетаются с гусем. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Свежего гуся промойте, проверьте, чтобы нигде перьев не осталось. Обсушите гуся бумажными полотенцами, натрите хорошенько солью и перцем, дайте ему часик настояться. Пока гусь впитывает специи, займитесь начинкой и смесью для смазывания. Яблоки почистите, кожицу можете не удалять, порежьте их дольками. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Нафаршируйте гуся яблоками. А затем аккуратно и тщательно обмажьте его горчично-медовым соусом. Со всех сторон, чтобы корочка была румяной. Зубочистками скрепите плотно разрез, как показано на фото. Выложите гуся на противень, влейте горячую воду, высотой в один палец, разогрейте духовку до 140-150 градусов, и отправьте гуся на час для начала, потом проверьте стекший жир, гусь-то птичка жирная, жир надо убрать, а водой долить, как было в начале, накройте птицу фольгой и еще час запекайте. Всего гусь запекается часа 3-4, зависит от веса, у меня гусь был около 5 кг, запекался часов 4-5, последние полчаса готовьте так. Фольгу снимите, поливайте птицу жиром с противня, чтобы корочка была. Смотрите, только не передержите птицу в духовке, горчица с медом могут дать эффект подгорелости, если гуся передержать, а это не всем по нраву. Если вы проткнули глубоко птицу и сок не выделяется уже, или он прозрачный, без крови, значит гусь уже готов, духовку выключайте. Готового гуся с медом подавать можете с легким гарниром из картофеля или вообще без гарнира. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Необходимые ингредиенты. Гусь 1 штука, яблоки 4-5 штук, мед 1-2 столовые ложек, горчица 3 столовые ложки, соль, перец, по вкусу, количество порций 10. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Еще увидимся.